Закачи Иванов, и сегодня мы будем делать футбольные челленджи. И хочу вам представить моих самых лучших друзей и помощников. Адидас. Я. И Найк. Всем привет. И сейчас вам Адидас расскажет про все челленджи, что будем делать. Наш первый челлендж. Мы будем лопить 6 сигаров. Правый верхний угол. Правый нижний угол, середина вверх, середина низ, лево вверх и лево низ. И если ты попадаешь, например, ты целился вправо вверх, а попал вправо вниз, если ты забил, то гол не считается. Uh-huh. А если забил, то забил. Выигрывай. Да. Да. И сейчас мы стрелимся через раз. Два, три. Вот мы и вернулись. Сейчас Адидас будет делать первый челлендж. Смотрим. Смотрим. Наверное, я даже не знаю, куда ударить. Все поняли, куда он будет бить. Ожидаем супер-пупер броска. Давай, Бушка. Хоп. О, все. Сейчас мы еще расстояемся через раз, два, три. И вот мой второй удар. И, наверное, я буду бить. Все поняли, куда он будет бросать. Смотрим. Ладно, пошли. Так. О, одно очко. Все. И мы увидимся через раз, два, три. Вот мы и вернулись. Мы вернулись. И сейчас будет наш третий, мой третий удар. И я даже не знаю, куда бы бить. Все поняли, куда он бьет. Сейчас встану поближе к воротам, чтобы было видно. Давай. Так. Почти что. Мы встретимся через раз. Два. Вот мы и вернулись. Сейчас будет удар. Наверное, я его ударю. Куда? Я поняла, куда он бросает. Теперь смотрим на нашего вратаря. И ждем броска. Все, и сейчас мы увидимся через раз, два. На первый будет раз, два, три. Итак, мы возвращаемся. Мой пятый удар, наверное, я ударю. Да. Я поняла, когда он бросает. Ожидаем его великолепного броска. И... О, почти что попал. И сейчас мы увидимся через раз, два, три. Итак, мой последний удар. Наверное, я его ударю. Ну, последний удар надо говорить, потому что он знает. Середина вверх. Смотрим. Середина вверх. Под перекладину забей. Давай. Да, ну почти что. Все равно гол пролетел в ворота. И сейчас броски будет пинать Найк. Увидимся. И вот наш неповторимый Найк. И сейчас он будет бросать. И говори, в какой угол. Да. Угу. Надеюсь, вы все слышали, в какой угол. И давай, пинай. Давай. Ну ладно, и сейчас второй его бросок будет через раз. И вот его второй удар. Сейчас говори, в какой угол ты будешь пинать. Угу. Давай. Смотрим. Давай. Так, разгоняется и... И гол засчитывается. И сейчас мы появимся. Ожидайте. Три. И давай говори еще, в какой угол ты будешь пинать. Угу, все поняли. Смотрим и ожидаем. Так, давай. Бушик готов? Да. Давай. Раз, два, три. Давай. Не попал. Ну и вот, сейчас мы каждый сделаем по броску пьяный гол. И надеюсь, мы на этом закончим. Увидимся. Два, три. Yeah.
Майк успешно поворотать должен. Спин тоже крутится. И мы поехали. Воротарь тоже крутится. Вот, вратарь остановился, бросок, ой, пинок. Но мы же все-таки не забыли, что вратарь тоже крутится. Вратарь, останавливайся. Зарядка. Три. Итак, сейчас Денис поплатится за то, что он очень плохо играет. Отвернись, Денис. Три. Итак, попытка номер два. Три. Итак, мы второй, да? Три. Так, завершающий, да? Три. Итак, наше видео наконец-то подошло к концу. Мы очень долго снимали. Мы обошли три поля. Мы раскрутили Найка. Ну, нас он затупил и поставил видео на паузу. И мы не сможем это вам показать. Но, может быть, Иванов выложит все-таки это отдельное видео на YouTube, на канал. И вы посмотрите, как он мутит. И сейчас